Ловко из сложнейшего положения. В то время, когда фонограмма села, она продолжала петь и спела это прекрасно. Аплодируйте. Так поступают только настоящие артисты. Только настоящие профессионалы. Лерика, дай я тебя поцелую. Молодец. Беги. Аплодисменты. Нет, там спрыгнул диск. Лерика, иди сюда. Быстро, привет, солнце. Иди сюда. Иди сюда, мама уже там. У тебя. А у тебя когда-нибудь было уже такое хоть раз, такое, чтобы не было музыки, ты пела? Такая ситуация была и немало раз. Было на многих конкурсах, на многих концертах, но, как видите, я всегда справлялась. Молодец. Молодец, Машка, мама переживает, побежала. Да нет, будут люди знать, что это даже красивее, лайф, это всегда красивее и приятнее. Что ты поешь живым звуком. Да. Молодец, Солнышко. Когда собираешься ехать на какой-то конкурс? Пока еще нет, но так я бы хотела побывать на Евровидении. Когда мы с тобой разговаривали. На Евровидении я бы хотела, но наша Молдавия не участвует в детском Евровидении. Кто придумал? Да я. Сама придумала? Да. Yes! Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами.